Как утверждают очевидцы, жестокое избиение девушки произошло совсем недавно, около 3 дней назад, за гаражами в микрорайоне Шишковка. Одна из участниц издевательств записала происходящее на видео. Запись попала в руки сотрудников полиции. По данному факту в полицию заявление не поступало. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Личности участников инцидента устанавливаются. Еще одно происшествие с участием несовершеннолетнего произошло в Прибайкальском районе. Днем 3 июля в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Ребенка, ехавшего на велосипеде, сбил грузовик. Водитель неустановленного грузового автомобиля, следуя по автодороге Турунтаева-Острог-Покровка-Шеркино, совершил касательное столкновение с несовершеннолетним ребенком, управлявшим велосипедом. В результате ДТП 11-летний мальчик с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Водитель с места ДТП скрылся. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск водителя. Из-за мокрого асфальта на улице Барсуева произошло серьезное ДТП. Водителя Ниссана занесло на повороте, и он задел сразу 3 автомобиля. Страховки у виновника аварии не оказалось. И напоследок еще один дорожный инцидент. В пригороде Улан-Удэ у автомобиля оторвало капот на ходу. Лишь чудом он не зацепил остальных участников движения. Будьте осторожны на дороге и вне ее. Руслан Хороших, новости дня.